Но вопрос, кто дает им сейчас право говорить, право э, продолжать пинать советскую историю, право возвеличивать фашистов типа Маннергейма, а э, не кто на самом деле. Это актеришки, которые всегда читали писанный текст. Кто их назначил лидерами общественного мнения? Пустышки, изображающие из себя суперинтеллектуалов. Они в это искренне верят. Они действительно те самые обезьяны, которые не понимают, что она там нажимает. Кто движет этими делами, кто системно создает у нас фактически пронацистскую информационную радиацию. Если посмотреть, это же действительно система. Это уже не случайность.